12 и 13 ноября на Приморской сцене Мариинского театра состоится премьера одноактного балета «Федра» Флеминга Флинта на музыку Филиппа Гласса. Это будет первая постановка балета в России. Потрясающая балетная труппа, и они не просто очень упорно работали над постановкой, но и работали как и над физической стороной, то есть и над своими движениями, но и над эмоциональной, потому что она составляет одну из важных частей этого балета. Флеминг Флинт сочинил сюжет по мотивам древнегреческого мифа о Федре и показал современную интерпретацию трагедии. Увидев однажды Федру, Эльдар Алиев влюбился в этот балет. Сейчас постановку осуществляет Джейкоб Спарс, ассистировавший при постановке балета Флемингом Флинтом в балете Индианаполиса в 90-е годы, руководителем которого в те годы являлся Эльдар Алиев. Украсит балет фантастическая музыка знаменитого голливудского композитора Филиппа Гласса. Это он создал музыку к фильмам «Часы», «Иллюзионист», «Шоу Трумана». Оформление очень лаконичное. Основная идея этого оформления состоит в красном глянцевом поле, на котором очень-очень-очень сложно танцевать, потому что очень скользкий. Но, тем не менее, это очень красиво. Белые костюмы и красный пол играют основную роль вот этого вот драматического развития спектакля. Поэтому, я хотел спектакль привести и ранее на Приморскую сцену Мариинского театра, но одобрение получил вот только сейчас. Трагедия неразделенной любви всегда привлекала многих авторов, начиная с античных времен. Этот балет не только даст возможность увидеть оригинальное прочтение древнегреческой трагедии, он многим откроет магию современной хореографии. Российская премьера состоится 12 ноября. Екатерина Зверева, Настасья Лихман, новости на Восьмом.